А чужую-то всегда легче поддерживать, чем свою. Приятнее, потому что с чужой женщиной идет в обмен вот этой энергией сладкой. А с женой обмен аскеза идет. Жена дает аскезу, а чужая женщина дает наслаждение. Поэтому мужчине приятно поддерживать чужую женщину, естественно. И вот 2 недели назад я уже по пьяни поболтался. Я теперь узнала, за что я все это получила. Оказывается, его все время мучили, потому что до него у меня были мужчины. И вот вопрос, он когда-нибудь это отпустит? И Вот это, видите, смотрите, люди, когда начинают общаться, семейные отношения строить, то не надо рассказывать о своих прошлых мужчинах. Ну, понимаете, как бы вы ему объясните, что у вас были не только мужчины, но и женщины прошлые. Вы были в прошлой жизни мужчины, у вас были женщины. Да, то есть у вас много чего было. Вот. И если он считает себя вашим вечным мужем, тогда это его заблуждение. Вы ему можете быть верны только на том промежутке, на котором вы с ним вместе живете. Когда человек начинает считать человека другого своей собственностью и считать, что этот человек виноват перед ним даже в прошлом, не только в настоящем, это уже безумие. Это вид безумия. Объяснять это все. Что в прошлой жизни было мужчиной? Да, иногда безумие преодолевает с помощью катарсиса. Ну, то есть, он человек делает какое-то утверждение, ему ты делаешь утверждение гораздо тяжелее этого. И тогда он трезвеет. Но у меня получится, как это говорить. Всегда все у нас получится. Все зависит от вашей энергии любви, которую вы получаете от Бога. Если ее много, у вас все получается. Если мало, ничего не получается. Все зависит от силы душевной человека. Вы сейчас меня спросили о том, чтобы я вам эту силу передал. Говорить, у меня получится, у меня нет силы говорить. Но вы должны ее сами учиться собирать в отношениях с Богом. Вы должны сами себя заставлять думать о Боге, молиться. И у вас тоже будет такая же сила. Я не против вам помочь. Просто я вас обучаю. Я вам объясняю, что вы сами должны делать то же самое с собой. Не только старшие должны это делать с вами. Для мужчины, когда мужчина пытается побеждать судьбу, он становится очень твердолобым. Он видит только одну цель, и они, от него любые другие виды напряжения отметает. В результате понять что-то в жизни более глубоко для него практически нереально, очень трудно. То есть, другими словами, когда мужчина добивается своей цели, у него все эти энергии внутренние идет на добивание цели, и в результате ему чем-то еще заниматься дополнительно очень тяжело. Психика мужчины, она именно такая, она очень ригидная в изменениях. Ригидная означает очень трудно меняться. И женщина должна это понимать. Если мужчина, допустим, он уперся в какую-то идею, он туда идет, вот резко поменять его направление или еще чем-то заставить его заниматься практически невозможно, очень трудно. Но если по-доброму, то можно постепенно у мужчины привить правильную, где-то за год. Если вы хотите, чтобы муж обливался прохладной водой, допустим, ему полезно для здоровья, ставьте где-то год, женщины, год добрых слов на эту тему. Тебе бы хорошо подушек вставать. Это через полгода вы можете уже его за ручку вести в душ. Он согласится. Сам не пойдет, но если вы его по-добренькому туда, ну ладно, хорошо, пошел. Это уже достижение. Ну то есть, другими словами, психика мужчины, она очень трудна к переменам. Очень трудно мужчине менять себя по природе.
чем заключается трудность женщины? Вот психика мужчины трудно изменяема. В чем заключается трудность женщины? Мужчины должны знать. Трудность женщины заключается в том, что она живет не своим счастьем в семье, а чужим. Вплоть до того, что, допустим, если муж голодный, она сама не будет чувствовать счастья от того, что она кушает. Муж, дети голодные, она не будет наслаждаться пищей. Пища не будет ее наслаждать, поэтому она сначала кормит мужа детей, потом сама спокойно садится и кушает. Ей легко уже, она спокойна. Правда, женщина? То есть, когда кто-то голоден в семье, нет счастья от пищи. Так? Все раздражает. Невозможно поесть. Видите, насколько женщина зависит от счастья близких людей в жизни. И поэтому, что мужчина должен знать про женщину? Что она будет мучить обязательно. Обязательно. Она даже может плакать от того, что она заставляет мужа жить по-другому. Она, может быть, знает, что этого не надо делать, но все равно ей хочется сказать, как правильно. Почему? Потому что, если он делает неправильно, она страдает. Ей тяжело, она мучается. Ей хочется, она уже не знает, что ей делать, но ей хочется сказать, как правильно. А когда скажешь, скандал начинается. То есть женщина контролирует мужа, мужчину и детей. Мужчина что контролирует? Контролирует свою работу. Конечно, мужчина контролирует и жену тоже, но как он контролирует? Он создает законы жизни, мужчина создает законы жизни, и в рамках этих законов он следит, чтобы никто за рамки не выходил. Так, допустим, петух, он очерчивает территорию, и все курицы должны внутри этой территории находиться. Если какая-то курица выходит за рамки, он бежит, летит и ее клюет. Чтобы она не выбегала за территорию. Так он охраняет всех куриц, петух один. Точно так же мужчина охраняет семью. Он вычерчивает рамки законов, внутри которых женщина должна находиться. И женщине так проще, когда она знает все эти рамки. Потому что психика женщины профессионально ориентируется внутри известных вещей. Вот, допустим, почему девочки в школе лучше учиться, в начальных классах, допустим. Потому что там все известно, вот домашнее задание дали, все рассказали, там все просто и понятно. И потому девочки сначала учатся очень легко, потому что когда зона определена, очерчена, то все классно, очень все понятно. Но если начинаются какие-то неизвестные, тогда психика мужчины там лучше начинает ориентироваться, а женщине страшно туда идти, в неизвестную зону. Поэтому женщине очень хорошо, когда у нее есть своя квартира, свое что-то, она там все делает по-своему, создает известную территорию для себя, и дальше она поддерживает уже этот порядок свой, в нем она живет. Мужчине надо все новое постоянно, все менять, ему нужно идти в зону неизвестную, ему нравится как бы... более широкое восприятие мира. А женщина боится более широкого восприятия мира. Почему боится? Потому что есть две причины страданий у мужчины и женщины по одной. Они разные. Мужчина страдает от своего несовершенства очень сильно, а женщина от страха. Женщина боится и поэтому страдает, а мужчина страдает, потому что он не может победить. У него нет возможности победить, он страдает. Женщина страдает от страха. Она боится поражения. Мужчина боится, что не победит, а женщина боится поражения. Понятно, да? Поэтому, так как женщина боится поражения, она поэтому ей, когда все известно, ей там легче жить. А мужчине легче жить, когда он побеждает ситуацию, предвосхищает ее. Поэтому, если у вас скандалы по поводу того, кто прав, кто не прав, в чем, надо понять разделение. Женщина — начальница во всем, что происходит в доме.
А мужчина начальник в том, как все происходит в доме. То есть мужчина, он сказал, как происходит, и дальше женщина во всем начальница. Она все делает, как решили. Договорились вот так с мужем, она в этих рамках действует. Если рамки поменялись, мужчина злится, нервничает. Понимаете? Но если мужчина лезет в мелочи, тогда он заставляет злиться жену уже. То есть он как бы обозначил рамки, и дальше он не должен ничего менять. Вот они как были рамки, какие вот в этих рамках женщина командует уже. Он может там занять мужа, она может занять, сказать, иди помой посуду. Ну, моет посуду. Ничего страшного, можно помогать жене. Ничего плохого в этом нет. Не обязательно делать только свою работу, можно помогать друг другу что-то делать. Это нормально. Это любовь. То есть почему конфликт возникает? Мужчина лезет в женские дела, женщина лезет в мужские. Женщина пытается поменять законы жизни, а мужчина пытается внутри по мелочам что-то там рулить. Что непонятно? А? А, значит, вы влазите, раз он так это... Раз вы чувствуете, что есть проблема. Сейчас объясню, очень просто. Вот смотрите. Если вы, действуя, вызываете раздражение своей жены, значит, вы лезете в ее дела. Все очень просто. Каждый человек знает свои полномочия из сердца. Если женщина лезет в мужские дела, она вызывает мужчины раздражение. То есть, смотрите, женщина что-то делает. И то, что она делает, это в рамке договоренности находится, в рамках договоренности. Допустим, она имеет право там уборку делать, стирать, готовить, там еще что-то, заниматься детьми. Если мужчина начинает там тонкости как бы выяснять, как ты это делаешь, что делаешь, он лезет не в свои дела. Он должен в основном, как бы, в целом следить за ситуацией. Если женщина меняет договоренности, то есть договорились, что ты, допустим, вечером одна никуда не ходишь гулять, она пошла. То есть, а что она сделала? Она изменила ситуацию договоренности. В результате он раздражается. Говорит, почему ты одна пошла? Я же тебе не разрешал. Понимаете, да, о чем речь? Бывает, что мужчина ставит неправильные рамки, и тогда женщина должна отстаивать свои права, объяснять, что это неправильно. Допустим, мужчина дает такие законы отношений. Он говорит, ты не должна никому улыбаться. Но когда женщина улыбается, это признак ее хорошего настроения просто. Вот так как она красивая сама по себе, эта улыбка вызывает у кого-то реакцию, кому-то нравится эта улыбка. Происходит контакт, какое-то взаимодействие. На женщину это тоже влияет, она смущается. Мужчина все это видит, он видит, что идет какое-то взаимодействие, она улыбается, кому-то это нравится. Ну, давайте сделаем из женщины манекена. А пускай ходит, не улыбается вот так. Это нормально? А? Нормально, женщина? Вот видите, вы немножко не поняли тему. Еще раз объясняю. Что женщина имеет хорошее настроение, она улыбается. Это не значит, что она улыбается мужчинам. Это же разная улыбка. Можно просто улыбаться, а можно кому-то улыбаться. Чувствуете разницу или нет? Надо разобраться. Если женщина ведет, чувствует себя счастливой с мужем, она улыбается просто так, никому. Разве это плохо? Она счастлива. Что же ей быть? Истуканом, что ли? Видите, если мужчина сделает рамки невыполнимые,
То есть он из женщины хочет манекен сделать. Значит, тогда это неправильно. Но если женщина улыбается конкретному мужчине, вот это уже нарушение рамок. Чувствуете разницу или нет? Можно же просто улыбаться, а можно кому-то улыбаться. Если мужчина не дает просто женщине улыбаться, значит, он мучает ее, деспотирует, не дает ей быть счастливой, удовлетворенным человеком счастливым. А если он ей не дает кому-то улыбаться, это вполне правомерно. Что еще непонятно в этой теме? Неправильными правилами. А надо объяснять. По-доброму объяснять. Причина таких неправильных правил обычно кроется в излишней привязанности. Когда мужчина сильно любит женщину, сильно любит, то эта любовь превращается в зависимость в какой-то момент. И он начинает ревновать. Зависимый человек всех ревнует. Надо ему объяснять, что ты неправильно настроен, ты зависишь от меня. Это нехорошо. Это разрушает отношения. Нужно объяснять. Вторая причина, почему он может ревновать, может заключаться в том, что женщина сама совершала какие-то определенные ошибки. Например, если, допустим, мне кто-то ударил по лицу в каком-то месте, я иду по улице, мне там бьют по лицу. В следующий раз, если я пойду там по улице, что произойдет? Я буду бояться. Потому что у меня возникает вот эта вот боль. Повторяется. Теперь женщина строит кому-то глазки, да? Муж узнает об этом. И он начинает деспотировать, вообще ей не дает улыбаться потом какое-то время. Почему? Потому что ему больно. Он думает, что она улыбается кому-то, а не просто улыбается. То есть получается, что его болезненная реакция может зависеть от вас самих. Если вы себя неправильно вели, то в результате муж будет болезненно реагировать на любую вашу улыбку. И надо это перетерпеть, понять. Почему так? Тема понятна? Большого города. Одна тема — отношения. Отношения замученные. Следующая тема — это служение. Мужчина как служит женщине? Вниманием. Он уделяет ей время, сильно концентрируется на ней, общается с ней, разговаривает, спрашивает, как у тебя жизнь, пытается установить очень близкие отношения. Когда мужчина очень внимательно слушает женщину, что она говорит, не надо советовать в это время, потому что совет нужно женщине давать, когда она сама это просит, и делать это очень ненавязчиво, аккуратно. Давай ей выбор. Близкое общение с женщиной не означает, что ты пытаешься ей навязывать свои мысли. Близкое общение — это значит дать ей высказаться, открыться, чтобы она чувствовала, что ты ее понимаешь. Потому что главная проблема женщины в отношениях с мужчиной — это ощущение, что ее не понимают. Женщина часто чувствует, что ее не понимают. Причина такого ощущения есть. Потому что когда мужчина видит женскую красоту, он наслаждается ее красотой, в это время он не видит ее как личность. Когда мужчина наслаждается телом женским, она видит, что она ему не нужна как личность. Ему нужно тело просто. И она это чувствует, ей это очень печально, неприятно, потому что он забывает про нее и наслаждается просто телом. Для того, чтобы это нейтрализовать, мужчина должен пытаться с женщиной разговаривать по-доброму, узнавать, как у ней жизнь протекает, то есть дать ей возможность проявить себя, чтобы она почувствовала, что есть любовь. Отношения для женщины — это вот когда беседа такая близкая. Но для мужчины это аскеза. Наслаждаться женским телом — это отдых для мужчины. Пришел, начал обнимать ее, целовать. Отдыхает таким образом. Но когда она начинает что-то говорить, для него это вот уже не отдых. Для него это труд. Но этот труд надо совершать, иначе отношений не будет. То есть
мужчина должен слушать эмоции женские, соглашаться, кивать головой, да, все хорошо, все будет нормально. Женщине нужна поддержка в основном. Когда она что-то говорит, ей не нужно мнение мужа, не нужно, чтобы он ей сказал, как правильно, не нужно этого. Ей нужно просто сказать, да, моя хорошая, молодец, супер, отлично, отлично. Но если она спрашивает, я не знаю, вот здесь правильно или нет, тогда надо сказать свое мнение, ненавязчиво. Только в этом случае. А в основном женщине надо кивать, говорить, да, молодец. Ей нужно просто силы. У женщины слабая воля, поэтому она всегда во всем сомневается. Ей нужно просто поддержать, чтобы не было сомнений. Это называется близкие отношения, в которых женщина получает силы, она успокаивается, ей хорошо становится в личной жизни. Если мужчина беседе такой не уделяет время, это аскеза для него, ему тяжело, поэтому он не уделяет время, то женщина начинает злиться. Она чувствует, что она не нужна ему, этому человеку. И близкие отношения интимные разрушаются от такого поведения. Теперь, что нужно мужчине? Когда мужчина получает чувство, что жена его понимает. Это тоже аскеза для женщины вести себя таким образом. Много не надо. Но иногда мужчина приходит для того, чтобы сказать свои великие открытия, идеи, великое знание, понимание вещей свое великое. У мужчины все великое. И когда мужчина приходит и жене своей говорить о своих великих вещах, она должна чем заниматься? Да, точно, точно, все правильно, отлично. Да, мой хороший, вот кивать. Зачем она таким образом поддерживает его, делает его счастливым, окрыляет, окрыляет. Если она не хочет его слушать, она говорит, нет, ты здесь не прав, и здесь не прав. А это вообще, а что ты собой гордишься? В результате еще происходит, он психует. Потому что он хотел чего? Энергии любви просто от женщины. Она ему энергии любви не дает, а дает ему что-то другое, чего он не хочет. Запомнили? Мужчина, когда женщина рассказывает про свою жизнь, надо кивать, соглашаться и ничего не советовать. Точно так же мужчина, когда рассказывает про свои подвиги, что он вот так понимает мир, что вот это правильно, это неправильно, эти плохие, эти хорошие, ну то есть он начинает там воевать со всеми. Надо, да, все правильно, отлично, правильно. Пойдем кушать. Как с этим желанием быть? Рассказать, как правильно на самом деле? Вот знаете, что когда мужчина рассказывает, ни в коем случае это желание проявлять не надо. Если вы хотите его рассказать, расскажите очень смиренно после еды, когда вы уже успокоились. Он поел, сидит довольный, добрый. Мужчина, когда поел, он самое лучшее время, ему что-то сказать по-доброму. Процентов на 50 он воспринимает более безболезненно. Он слушает. Но сказать надо очень смиренно, надо ему сказать, ты знаешь, я вообще точно не знаю, но мне кажется, что вот здесь ты ошибся. Вот так 10 раз усомниться в том, что ты сказал, тогда он будет слушать. Он скажет, ну да. Тебе это кажется, да? Что мужчину свернуть с дороги очень сложно. Но если вы ему будете несколько раз так говорить постепенно, он сам меняет направление своего движения. Называется перевод стрелок. Когда кто-то едет в поезде, он замечает, как стрелки переводятся или нет? Нет, поезд уже едет в другую сторону, он не знает. Он думает, что мы прямо все время едем. Точно так же, когда женщина что-то советует мужу аккуратненько, говорит, мне кажется, вот так лучше. Она в это время переводит стрелки.
Потому что мужчина способен воспринимать любое знание, только поданное смиренно. Если женщина несмиренно что-то мужу подает, это вызов. И это значит, что она никогда не примет этого знания мужчину. Никогда. Он будет воевать с этим знанием. Мужчине можно любое знание давать только смиренно, и тогда он сам принимает, и он уже сам движется в том направлении, которое жена посоветовала. Но она, если сделала это смиренно, то это сразу в разум входит мужу. Это как внутривенное введение. Таблетку пить горько, да, тяжело, выплевывается. А если в вену, то ничего не заметно. И горько, и сладко, и все, в вену хорошо. Вот когда женщина с любовью мягко, смиренно говорит, она сразу в вену вводит знание мужчине. В подсознание, в подкорку ему дает знание, в подкорку сразу. И он соглашается внутри, насколько может. Потому что больше, чем может, он все равно не согласится. Но женщине всегда надо больше. Если любую женщину спросить, насколько тебе нравится, насколько ты довольна тем, как меняется твой муж. Каждая женщина скажет, очень мало, я недовольна. Так? Это нормально. Это означает, что она хочет больше его менять. Это объект ее влияния. Мужик. Потому что мужчина влияет на этот мир, а женщина влияет на мужчину. Она его меняет. Мужчина мир меняет, а женщина мужчину меняет. И за этим ничего не сделаешь. Женщина меняет своих детей, своего мужа, всех близких меняет. И себя не меняет. Семья менять неинтересно, а мужа и детей менять интересно. Надо, конечно, себя пытаться менять тоже. Это трудно всегда, и мужчинам, и женщинам трудно очень. Теперь смотрите, приготовление пищи, уборка, стирка там и так далее. Для женщины аскеза в городе стираться, убираться, готовить, потому что она часто сама работает. По этой причине, конечно же, всякое может быть, в семью приносят домой полуфабрикаты и готовят их. Или стирку белье сдается в прачечную, или нанимается, допустим, домохозяйка, если люди более-менее состоятельны. Но знайте, женщины, что ваша возможность трансформировать сознание мужа, влиять на него, менять его жизнь, она находится именно в этих вещах. Если вы с любовью, думая о Боге, готовите мужа, то сознание мужчины очищается, становится очень возвышенным. Просто через эту пищу. Незаметно идет влияние. Самое сильное меняется психика мужчины всегда подсознательно. У женщины самое сильное сознательно меняется психика. Вот она на лекции пришла, послушала, у нее все в жизни поменялось. У женщины сознательно все быстро меняется и сильно. У мужчины только подсознательно все быстро меняется. Поэтому воздействие на мужчину самое лучшее через пищу с любовью готовить ему, с молитвой. Сознание мужчины будет меняться. Через белье, если вы с любовью стираете, заговариваете белье молитвой, то тогда оно защищает его. Защищает от злого влияния. Мужчина становится менее раздражительным, менее злым. То есть женщина защищает мужа любовью. Она должна лично какое-то время уделять тому, чтобы лично что-то для него делать. Если она ничего лично для него не делает, она освобождает зону для энергии любви. Вхождение энергии любви входит от других женщин. Как вот, допустим, нельзя увести мужа из семьи и как можно? Если жена все-таки находит время лично ему готовить, стирать, ухаживать, заботиться, то вот эта зона защиты мужа становится максимальной. При этом, если есть алтарь дома, тогда у нее работает совесть. Потому что это еще одна часть жизни, которую мало кто понимает. Вот, например, мне говорят, вы знаете, Олег Геннадьевич, мне муж изменяет. Муж изменяет, это означает, что в отношениях нет совести.
Когда люди просто живут вместе для того, чтобы воспитывать детей, строить дом, зарабатывать деньги. В этих отношениях нет никакой близости, в том числе секс. Близкие отношения не дают. Это не близкие отношения, это отношения привязанности друг к другу. Это не близкие отношения. А вот когда вместе люди ходят в храм, это близкие отношения. Они глубже, чище воспринимают друг друга, и включается совесть в отношениях. Когда мужчина видит, как женщина молится, как он видит, что она служит Богу, поклоняется алтарю, читает Священное Писание, у него включается совесть по отношению к ней. Но если он не видит подобных поступков у нее, совесть не включается. По отношению к ней совесть не включается. Совесть не включается, значит, измены будут обязательны. Поэтому нужно очищать атмосферу в доме. Это обязанность женщины сначала. Женщина должна создавать молитву во время приготовления пищи, молиться. Она должна сделать алтарь дома, чтобы была чистота не только материальная, но также духовная. Не нужно развратные картины всякие вешать в доме. Если вы там секс-картины всякие понавесили в доме, не удивляйтесь, что мужчина будет вам изменять. Что повесили в доме, то и получили. Дом надо, чтобы было это место святое должно быть. Там все должно быть чисто и возвышено. Перед алтарем в трусах уже не походишь. Понимаете, да? То есть, если чистая атмосфера, возвышенная в доме, то тогда и поведение мужа будет возвышенным. Я, допустим, у меня нет страха такого, что у меня жена будет мне изменять. Потому что атмосфера, в которой мы живем, чистая и возвышенная. В этой атмосфере нет места вот этим поступкам. Но если в вашей атмосфере есть место, вы смотрите порнофильмы вместе, вы, допустим, у вас есть эти фотографии всякие, эта энергия вот этого вот секса, она превалирует в доме, как бы, вот вы видите эти фильмы, там, «Ирония судьбы с легким паром», что это за такое, давайте проанализируем. Человек полюбил девушку, да? Они встретились, любят друг друга, да? Потом он напился, как свинья, попал в другой город, другой девушке в дом. Результат какой? Получил другие отношения. И разрушились те. Он разрушил ей семью и себе разрушил. А мы смотрим, думаем, как классно, какое приятное кино, интересно. Любовь победила. Так что это за любовь-то победила? Да не любовь победила. Ладно, не рассказывайте мне. У всех изначально плохие отношения. Понимаете, победила не любовь, победила разврат. И песни какие там. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. А ходит в праздной суете. Непостоянные не те. То есть это означает, что... Не семейная жизнь прославляется, а вот это вот похождение. Не согласны, да, со мной по поводу этого фильма? По поводу чего? Со мной вот что происходит? И чего же? Я не так сказал. А я немножко по-другому это понимаю. Ко мне мой старый друг не ходит. Старый друг должен жить с тобой, а не ходить к тебе. Ну, со мной, ко мне мой старый друг не ходит. Друг не ходить должен, а жить с тобой. Чувствуете, да, о чем речь? Это же неправильно, когда кто-то кому-то ходит. Люди должны жить вместе. Это уже закладывается неправильное отношение с самого начала таких песен. Вообще должны, зачем ходить? Непостоянные не те. А что ты себе это позволил? Надо... Повстречаться, пообщаться с человеком, потом создавать семью. А не позволять, чтобы кто-то к тебе ходил.
И так далее. Когда мы это все смотрим, какой результат? Да, опыляем возможность такого поведения потом. И это все создает прецедент. Чистота есть чистота, грязь есть грязь. Это уже другой вопрос. Если близкий человек смотрит что-то не то, это объем работы ваш. Вы можете с помощью молитвы своей духовной жизни, чистой жизни, победить это в его сердце со временем. Это ваша судьба прошлая, то есть это вам показывает Бог то, что вы неправильно, не так делали раньше. Ваш шлейф, так сказать, он проявляется через близких людей у нас. Это нормально, ничего страшного. Вы просто должны по-доброму говорить, что это не нужно. И лучше это не смотреть. Он может не сразу не сможет. Но, по крайней мере, вы уже знаете объем работы, что если он смотрит эти фильмы, значит, есть вероятность измены. Но не надо этого бояться, надо просто с этим трудиться. Совесть, она для всех одинаковая, для мужчин и для женщин. Если человек смотрит фильмы, в которых идет измена, значит, он за. Это важный вопрос. Если хотите, я могу некоторое время этому уделить. Давайте лучше об этом поговорить, о влиянии культуры на сознание человека. Это очень важно. Важный вопрос. Понимаете, как бы в культуре самое главное — начертить грань. Начертить черту, после которой уже плохо. Понимаете? И если мы сталкиваемся с бескультурием, сталкиваемся с теми вещами, которые эту черту размывают, то тогда плохо и хорошо становится размытым тоже. Понимаете? То есть, видите, вот если, допустим, мы смотрим такие фильмы, то любовь становится выше семьи, если они друг друга не любили, а там появилась любовь. Значит, тогда вот это можно разрушить уже. Появляется прецедент. И это совсем другая философия. Можно ли разрушить отношения из-за любви? Тогда давайте разберемся, что такое любовь. Любовь — это не влюбленность. Любовь состоит из трех этапов. Первый этап — принятие человека. Потому что каждый человек в своей жизни обязательно приходит к тому, что он начинает сталкиваться со своей судьбой в отношениях с близким человеком. Это недостатки близкого человека начинают действовать на меня, как моя судьба. И если я принимаю близкого человека вместе с его недостатками, это первый этап работы над самим собой. С этого момента первый этап любви заключается в том, что я домой прихожу, и у меня нет скандала, потому что я принял близкого человека, мне стало легче с ним. Второй этап, когда я принял близкого человека и служу ему всем сердцем, принимаю его. Второй этап отношений — это уважение, когда я начинаю видеть чистоту в нем после того, как принял плохое. И третий этап отношений называется верность. На этом этапе ты начинаешь чувствовать, что этот человек послан мне Богом. Начинаешь чувствовать счастье в отношениях с ним. Ничего общего от балдежа. С балдежом здесь нет. Вот это ощущение драйва друг от друга — это не любовь. Это энергия любви тоже, но она действует немножко иначе. Она вызывает наслаждение в отношениях у людей, но это наслаждение ничего общего не имеет с служением и стабильным каким-то чувством. Наслаждение, которое возникает в отношениях, вызывает у нас спонтанное вот это вот счастье, которое мы так все ждем в мечтах. Это не является нашей заслугой и не является чем-то стабильным. Вот это наслаждение спонтанного счастья, которое возникает от человека в результате того, что мы влюбляемся, оно обязательно тает со временем. Потому что это не является нашей настоящей заслугой. Ну, представьте, человек ничего не делает, испытывает счастье просто от того, что ему повезло. Это похоже на правду или нет? Я живу, балдею, просто потому, что я выбрал себе хорошего человека. Это похоже на сказку.
с которой мы все стремимся. На самом деле это чувство дается Богом человеку, для того, чтобы мы привязывались друг к другу. И сама влюбленность — это тоже не наша энергия. Мы не можем ее контролировать. Как некоторые люди говорят: я себе нашел хорошего человека. Ну иди найди 5 рублей в Ростове, походи, поищи. Если ты 5 рублей даже не можешь найти, как ты нашел себе человека? Это же гораздо ценнее. Таким образом, приходит время, человек получает человека. И как это можно объяснить? Между любви возникает связь, которую мы сами не создавали. Человек много раз потом пытается уйти от близкого человека, но не может уйти. Почему? Потому что что-то держит. Эта связь не нами придумана. Эта связь создается Богом. И вот эта связь, которая держит рядом с другим человеком, или привязанность, или влюбленность, это одна и та же энергия. Это энергия любви, которую Бог создает между нами, для того, чтобы мы не разбегались, когда нам будет плохо. Теперь сразу возникает вопрос: а когда нам стало плохо, это плохо или хорошо? Вот это самый главный вопрос всех философий, всех психологий и всех традиций духовных. Если человек считает, что нам в отношениях стало плохо, и это значит, что надо расходиться, это означает, что этот человек просто не понимает принципов этой жизни. В этом мире плохо становится в близких отношениях у всех, потому что через них именно отрабатывается судьба. Поэтому люди раньше шли на свой крест, венчались. Женщина плакала обычно. Почему? Потому что она понимала, что будет плохо, тяжело. А потом будет хорошо, когда ты свои экзамены сдашь. Таким образом, надо различать между энергией влюбленности и энергией любви. Если человек все время ждет энергии влюбленности, тогда что происходит в его жизни? Чуть-чуть плохо стало с каким-то человеком, я дальше уже мечтаю о чем? О чем-то другом, чтобы было хорошо. В результате человек постоянно меняет себе одного человека на другое. Если взять семейную психологию, проанализировать, где-то 5, 6, 7, 8 лет влюбленность как-то теплится, она еще как-то живет в отношениях, и потом наступает вот эта кривая, буква В. То есть сначала сильная влюбленность, медовый месяц, который длится 3 года обычно, максимум. Потом дальше эта кривая идет вниз, и влюбленность тает. Люди больше не начинают видеть недостатков. Когда влюблены люди, они не видят недостатки в друг друга. Когда влюбленность тает, они начинают видеть недостатки в друг друге постепенно. И наступает вот этот кризис, когда буква В приходит вниз. Влюбленность кончается. В это время люди не знают, зачем они друг с другом живут. Обычно, если они не служили друг другу, потому что любовь настоящая проявляется в самопожертвовании. Что такое служение? Это принять недостатки близкого человека, с любовью воспитывать. Это служение. Но если человек этим не занимался, вместе просто работали, воспитывали детей и просто копили добро в семейной жизни, это не любовь, это наслаждение друг другом. Это приводит к истощению вот этой общей энергии совместной. И в результате людям уже неинтересно становится друг другу. Они чувствуют, что устали от отношений. И люди говорят: мы живем уже 15 лет вместе. Это означает, что все уже. Я не могу на него смотреть. Так вы не живете 15 лет. Вы 15 лет наслаждаетесь друг другом. Как есть такая детская эта сказка про то, как царь полюбил халву. Но, увы, он утратил вкус халвы. И как ему говорит: помогите мне, я хочу почувствовать вкус халвы. И пришел там, по-моему, Хаджа Насреддин, там кто-то был, что-то такое, это восточная сказка. И он взял его, просто запер, халву повесил в потолку. И тот не ел трое суток. Хотел растерзать этого мудреца, который и так с ним поступил. Но в результате, когда он видел мудреца, тот ему сказал: ты меня убьешь, как если захочешь, но сначала давай мы с тобой кое-что сделаем. Он говорит: ну давай, а что мы будем делать? Он говорит: смотри, вот халва, попробуй. Попробовал, и вкус вернулся. То есть, видите, другими словами, балдеть от чего-то долго не получится. В этом мире любой вкус теряется.
Но вкус служения друг другу никогда не потеряется. Если люди культивируют настоящую любовь, то верность, чистота, уважение в отношениях становится основой. Но если мне кто-то понравился, я бросаю своего близкого человека. Разве это правильно? Подумайте об этом. Подумайте. Это очень важно. Принципиальный вопрос в нашей жизни. Сейчас 80% разводов у нас в стране, по статистике. Если человек говорит, что он не ради того, потому что он... Ну вот, значит, вы не любили друг друга. Может человек в пустоту уйти. То есть не было правильных отношений. Вы понаслаждались друг другом, устали от отношений, он уходит. Потому что он счастья же не испытывает. Мужчины спиваются тоже так. Почему мужчины спиваются? Они не чувствуют энергии любви от женщины. Все. Понаслаждались. Дальше что? Варианты какие? Первый вариант. Уйти в работу. Там счастье искать. Второй вариант. Смотреть всякие фильмы порнографические. Там любовь искать. В мечте жить. Третий вариант у мужчины. Какой? Азартные игры всякие. Пытаться забыться. Четвертый вариант — любовница. Пятый вариант — уйти. Есть только один вариант правильный. Это начать служить человеку, которого ты не любишь. Не чувствуешь счастья, как тебе говорит, кажется. И когда ты начинаешь служить близкому человеку, то тогда энергия любви начинает двигаться между вами, потому что это уже заранее все заложено. Если бы она не могла двигаться, вы бы не жили вместе. Просто это забывается все. Кажется, что мы и не любили друг друга уже и никогда. Просто это все забылось. Надо напомнить себе, надо начать служение, и ты увидишь вот эта чистота, эта любовь, она начинает двигаться уже, потому что ты правильно живешь. Не совсем так. Вот смотрите, выполнение своих обязанностей бывает в двух видах. Вот, допустим, мужчина зарабатывает деньги, приносит домой. Он выполняет свои обязанности. Вопрос, зачем? Если это он делает для того, чтобы его любили, уважали, ценили, это, в этом нет обмена энергии любви. А если он просто отдает это, потому что он считает, что он должен сделать счастливыми близких людей. Это аскеза, так думать. Но это вызывает уважение в близком человеке. Это уважение является силой, которая дает возможность слушать. Когда человек кого-то уважает, он не может не слышать. Это слушание дает возможность понять истину, которая выше тебя стоит. Ты можешь ему, например, сделать замечание по-доброму, если ты бескорыстно что-то сделал. Точно так же женщина, когда она служит близкому человеку, допустим, готовит пищу, она всегда хочет похвалы. Но если она готовит ему просто бескорыстно, тогда у нее увеличивается сила истинного достоинства внутри. Она перестает зависеть от этого мужчины, которому готовит. И может по-доброму ему говорить правду. Но если она приготовила и ждет от него похвалы, вот это и есть зависимость, которая разрушает ее жизнь. Таким образом, само служение не является гарантией того, что у нас все будет хорошо. На самом деле также есть еще один очень сложный момент для понимания. Человек не может без обмена. Вот он, допустим, она приготовила, где ей любовь брать? Вот в этом самая большая сложность, понимаете? Если ты любовь отдал, ты должен ее получить. А от мужа она не приходит в полной степени. Никто никогда из нас не может быть благодарным на все 100% в этом мире. Мужчина не может быть полностью благодарным от служения женщины. А женщина не может быть полностью благодарна к служению мужчины. Как женщина воспринимает мужские деньги? Само собой. Также мужчина воспринимает и то, что она ему готовит. Типа, естественно. Как я шучу со своей женой. Она когда меня нагладит, настирает на работу. Я подхожу к ней и говорю ей, смотри, какой я по природе у тебя красивый. Она смеется по природе.
Эту природу кто-то сделал красивую, приложил силы. Знайте, что есть только один способ быть удовлетворенным в этом мире. Надо понять природу отношений между мужчиной и женщиной, как движется любовь в этом мире. Если я в молитве, в отношениях с Богом очень откровенен и получаю сполна свою любовь, тогда всем остальным я могу просто отдавать. И вот так человек должен жить в этом мире. Он должен обмен вести с высшими силами, с Богом, а всем остальным просто бескорыстно все дарить, сколько он может. Все равно больше, чем у него есть, он не подарит. Вот это правильная жизнь. А если человек дал что-то близкому человеку и ждет от него, вот здесь запускается плохая судьба. Это называется привязанность. Она рождает разрушение отношений. Вот, допустим, мать вложила в своего сына силы, и она ждет от него взаимности, любви. В результате что происходит? Она становится зависимой. Если он капризничает, ее колбасит, ей плохо. Почему? Потому что она ждет любви, ответа. А если она просто бескорыстно служит сыну, она ничего не ждет, у нее укрепляется чувство собственного достоинства, она становится самодостаточной. Человек может быть самодостаточной, строя отношения с высшими силами. Не обязательно человек молится. Он может просто думать, я хочу сделать из тебя хорошего человека. Когда человек такую вещь говорит, он говорит Богу в своем сердце. И просто потому, что я хочу, чтобы ты вырос хорошим человеком, я за тебя забочусь. Вот тогда зависимость не возникает. Чувствуете, да, разницу? Или я служу и хочу счастья от этого ребенка, или я просто хочу сделать его хорошим человеком. Аскеза так думать. Но это правильно. Точно так же я, допустим, забочусь о жене, потому что так надо. Это правильно. Вот я, допустим, подхожу и говорю, как у тебя дела? Думаете, мужчине это надо, все подходить, спрашивать? Ему надо просто наслаждаться женским телом. Ему это 100 лет не надо с ней там говорить, как у тебя дела? Понятно, как дела, сейчас будет жаловаться. Все страдают в этом мире. Но если я это делаю добровольно, иду на эту участь, соглашаюсь, то какой результат? Она будет благодарна. Это значит, что я могу потом по-доброму ей сказать, в чем ошибка. Она будет слушать, потому что благодарность заставит слушать. Так строятся отношения. Аскеза — основа отношений. Именно аскеза заставляет любовь двигаться в правильном направлении. А без этого мы не сможем быть счастливыми в личной жизни. Без аскезы невозможно. А теперь нужно подтверждение, вдохновение. Поднимите руку, кто вот именно так делает, и отношения уже пришли на первую стадию. Вы просто чувствуете, что приняли близкого человека, вам с ним стало спокойно жить. Поднимите руку. Замечательно. Теперь следующий тест. А кто чувствует, что вы начали уважать близкого человека, и вместо того, чтобы видеть в нем недостатки, начали видеть в нем преимущества, и увидели, что этот человек на самом деле не такой плохой, как я раньше думал? Вот, это уже вторая стадия.